В Тверском академическом театре драмы назначен новый художественный руководитель. Им стал известный российский режиссер театра и кино Дмитрий Петрунь. В эту среду, 26 апреля, министр культуры Тверской области Ксения Глинка представила Дмитрия Геннадьевича коллективу театра. Новый художественный руководитель театра Дмитрий Петрунь. Он родился в Хабаровске, окончил школу-студию МХАТ, курс народного артиста Олега Табакова. Оставив актерскую карьеру, работал режиссером в нескольких театрах разных городов. А среди его известных киноработ – «Раневское», «Молчание», «Тарксин», «Офицерские жены». Потрясающий человек, талантливый. Человек, владеющий в полной мере профессией, мастерством. Все, который много ставит, на взлете, на наборе. И мне это очень важно, чтобы сюда, в наш театр, пришел человек активный, молодой, талантливый, с такими интересными взглядами. Дмитрий Петрунь обозначил, что главная задача для него – не разрушить и не помешать. В течение месяца он хотел бы вникнуть в суть процесса, посмотреть спектакли и войти в рабочую колею. В планах Дмитрия Геннадьевича, помимо большой сцены, развивать разные площадки театра, в том числе его любимое направление – семейный театр. Я приверженец того, что заполняемость зала – это оценка продукта. Это для меня важнейшая вещь. Это не значит, что там на потребу публики и так далее, но это неотъемлемая часть качества результата. Кроме того, новый худрук подчеркнул, что будет советоваться со специалистами, какие технические стороны театра можно улучшить, в планах и сотрудничество с другими учреждениями культуры Верхневолжья.